У вас почта. Второе сообщение с военного исследовательского объекта. Имя агента Том. Я успешно проник на исследовательскую станцию, как и планировалось. У меня нет данных о разработках нового сверхсекретного оружия. Но я обнаружил неожиданную информацию по одному человеку. Этот человек — доктор Форд, наш ведущий специалист по энергетическим исследованиям. Предполагалось, что доктор Форд погиб во время неудачного эксперимента 3 года назад. Оказалось, что сейчас он работает над гражданским проектом на этом объекте. Эксперимент находится на стадии завершения. Касательно подстроенной смерти, похоже, что здесь замешано правительство. Рекомендую предпринять немедленные действия. Данные на доктора Корка. Инструкция операции. Очень сильный ветер. После приземления сразу направляемся к точке сбора. Понятно? Прости, я опоздал. Пора, идем. Что с Купером? Забудь о нем, время вышло. Подожди, подожди. Thank you.
Окей, это первая отметка. Игра кончилась, ребята. Что-то случилось. Совсем нет охраны. Может, они ушли? Ты знаешь, немножко выпить, немножко потанцевать. Стой здесь, малыш. Оставь охрану мне. Эй, если что, позови меня. Забудь об этом. Гейл займется всем. Хорошо, все ясно. Окей, давайте сделаем это. Все проникаем на объект и захватываем комнату управления на первом этаже. Оттуда должен быть доступ к системам безопасности. Я свяжусь с вами, как только проберусь в комнату. Дай мне подумать. Металл еще теплый. Здесь стреляли в кого-то совсем недавно. Кого же они стреляли? Короткое сражение. Думаю, все произошло очень быстро. Кого бы они ни стреляли, те проникли через защиту. Чистый проход. Наверное, ты это сделал. Очень смешно. Нам все еще предстоит узнать, что здесь произошло. Продолжай прочесывать зону. Поборолись.
Это Рек, я понял. Это место. У меня на этот счет очень грустные мысли. Есть прогресс с системой безопасности? Я не знаю, что здесь произошло, но, похоже, энергоснабжение объекта прервано. Здесь тоже. В такой ситуации я не могу много сделать. Почему бы вам не запустить аварийный генератор? Да-да. Что ты здесь делаешь? Я прерву последнюю часть вашего разговора. Между прочим, я нашла ключ. Ну все, пошли наружу. Это отвратительно. Эти ребята были просто разорваны. Посмотри на отпечатки зубов. Это какое-то животное. Окей, пошли. Надо пойти осмотреть все вокруг.
Михаил? Хорошие новости. Я запустил систему управления. Как там ситуация? Это Гейл. Я потеряла его. Какие плохие новости? Ты предупредил охрану? Я не могу поверить. На него напал какой-то динозавр. Кто это был? Зайчик? Это не шутка. На нас только что напал огромный ящер. Ну правда, что у вас там произошло? Идите в комнату управления и проясните ситуацию. Как Джокер на этом фильме продолжил, да? Thank you.
Какой твой статус? Эта система безопасности пустяк для меня. А что точно случилось с Гейлом? Ты сказала, что на него напал динозавр? Да, я не могу поверить, но я надеюсь, он еще жив. В любом случае, надо завершить миссию. Что мы должны делать? Это вызвать вертолет и убираться из этой ловушки. Это отличная идея. Рация у Купера, а он пропал. Эй, что с этим монитором? Это монитор для подземной зоны. Камера выключена. Это значит, что в районе все еще нет энергии. Точно. Здесь где-то должна быть дублирующая энергетическая система. Мы можем исследовать эту зону после того, как прочешем подземный уровень. Окей, тогда я займусь выходом. Ты можешь отправляться за доктором и возвращаться назад. Да, мне интересно, откуда эти твари пришли? Реджина, я все сделал. Ты должна добраться до панели управления. Уже? Так быстро? Спасибо. Давай, иди. Thank you.
комната повергла сыщиков. Убийца отразил во стенах кошмарная картина крови. Yeah.